ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. Остановка кинотеатр «Восход», женщина в ожидании автобуса, 20 минут, говорит, работа 16-го маршрута оставляет желать лучшего. Маршрут безобразный. Очень плохо. Ходит. Пусть даже меньше бы рейсов было, но чтобы нам было известно четко график какой. Они не придерживаются. Я не знаю, может быть, там планирует кто-то по-своему в соответствии с другими графиками. Зато 15-й маршрут ходит довольно часто, отмечают пассажиры. Убеждается в этом и представитель администрации. Сегодня он определяет, насколько движение общественного транспорта совпадает с расписанием. На сегодня, вот с сегодняшнего дня, замечаний по расписанию нет. Все нормально двигается. А узнать расписание маршрутов теперь легко. Соответствующие таблички, оформленные согласно требованиям, появились на большинстве остановочных комплексов. Всего их в городском округе чуть более 140, примерно 120 уже имеют такие. Какие информационные таблички? По требованиям к табличкам на сегодня, эти таблички должны читаемы быть с расстояния 2 метра. На нем обязательно должно быть обозначено телефон, на который может человек позвонить и сказать о каких-то замечаниях по движению автобусов. А также должно быть указано сайты, на которых размещено актуальное расписание. А на остановке «Рынок» новую табличку с расписанием автобусов пассажиры пока не замечают. На камеру жалуются, ждут 8-й маршрут. Сегодня он задерживается. График движения, говорят, узнают в автобусах, а среди самых проблемных маршрутов называют 18-й. После 7 часов не уедешь. По полчаса ждем, по 35 минут на остановках. До 7 как-то еще они ходят хорошо, а после 7 уехать. Вот и все. А остальные автобусы для нас устраивают. 9-ка у нас по расписанию, все нормально. А это временная остановка на площади Победы. Таблички с расписанием движения автобусов здесь нет. Пассажиры признаются, в основном приходят наугад. Иногда ожидание нужного маршрута затягивается. Я вчера четверку здесь сидела, 40 минут ждала. Сейчас сижу минут 15, наверное, не больше. Ну, идет, наверное. Вообще, она хорошо ходит, но вот в это время перерыв у нее, что ли. Не знаю. А вы вообще знаете расписание автобусов? Нет, не знаю. Оттуда я еду вечером в 7 часов. Автобус подходит. Отсюда второй день здесь сижу. На временной остановке таблички с расписанием не предусмотрено. Ее закрепят, когда остановка вернется на прежнее место. В целом же узнать утвержденный график движения автобусов можно на сайте городского управления ЖКХ в разделе «Транспорт» и на сайте администрации Первоуральска. Надежда Титаренко, Сергей Шемит, Интера ТВ.